начали ломать эту палатку зимой еще. И если бы я не написала, наверное, так бы тут все и лежало. Крысы бегают кругом у нас уже, вот так вот. И поэтому было принято решение за счет муниципального предприятия все-таки этот мусор убрать, потому как неоднократное обещание владельцев павильона убрать его в добровольном порядке, мы видим, что ни к чему не приводят. Они из недели в неделю обещают, но, к сожалению, свои обещания не выполняют. Если и за счет города, если вывозится что-то, демонтируется, потом это все актируется, эти все расходы предъявляются в судебном порядке владельцам павильона. Ну, по крайней мере, тем лицам, с которыми был заключен договор о размещении. Стоимость услуги за данные работы будет порядка 100 тысяч рублей. Выставлены они будут в адрес собственника, и ему придется возместить эти затраты. Хотелось бы отметить, что за эти деньги мы могли бы, то, что у нас техника здесь работает, и мы тратим свои, будем говорить, ресурсы, мы могли бы отремонтировать 300 квадратных метров ямочного ремонта. То есть это вот для сопоставления нашим горожанам, во сколько обходится работа именно по ликвидации несанкционированных свалок и захламлений. Документ, который утвержден Думой по правилам благоустройства и содержания территории, он относится ко всем горожанам, а не только тем, кто обслуживает город. Это не документ для работы ЧМП «Спецавтотранса» или других предприятий коммунальной сферы. Это документ, который должны пользоваться и соблюдать все граждане нашего города.